Друзья, всем привет! Смотрите, что у меня. Короче, буду я кушать суп с фрикадельками. Вот так это все выглядит красиво, замечательно. Вот запах обалденный. Ну и, как всегда, чесночок у меня тут. Вот. Вот. В общем, сейчас, друзья, с вами будем кушать вот такую вот вкуснятину. Вот я сметанку кинул, давайте вот так размешаем ее, да? Сейчас, так, видите, пар еще идет, его только приготовили, с пылу, с жару, все наисвежайшее, очень вкусное, замечательное, вот, вот так оно выглядит, вон там эта целая банка, вот так все выглядит, все прекрасно. В общем, друзья, если вы тоже сейчас кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Друзья, давайте. Пробуем. О, нормально, вкусненько. Кажется, нормально, в меру солено, даже солить не надо. Досаливать. Еще чеснок. Хлебушек. Все-таки чуть-чуть посолить немножко. Я обожаю вообще супчик с фрикадельками, вообще очень нравится, это очень вкусно. Вот фрикадельки, смотрите, друзья. Супец. Офигенный. Да, классный суп получился. Я люблю, когда вот только приготовили. Потом уже, когда он там постоит, там несколько дней, уже не такой по вкусу вкусный. А когда вот только приготовили, смотрите, как бы чесночок. Так, сейчас, друзья, хлебушка возьму.
Взял все хлебушка, ну не хлебушка, а батончика вот такой. Хочу с батончиком что-то. Что там в супе в этом? Фарш. А? Фарш, что ж? Куриный? Свиной, а что ж? Значок. Фрикадельки, друзья, такие. Ну все, друзья, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Счастья вам, здоровья и всего самого наилучшего. Все, друзья, всем пока. Увидимся.